Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y21S, и сейчас я покажу вам, как сделать, как поменять язык клавиатуры. Итак, для этого мы открываем где-нибудь нашу клавиатуру и нажимаем на значок шестеренки на ней. Далее выбираем языки, нажимаем добавить клавиатуру. Можем добавить какой-нибудь язык. Нажимаем «Готово», возвращаемся. И теперь, нажимая на вот этот вот значок, мы можем переключаться между языками клавиатуры. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.